Герой нашего следующего сюжета не планирует уезжать. Он спасает жизни на родине. В медицине профессия хирурга считается самой экстремальной. Кроме глубоких теоретических знаний и твердой руки на практике, необходимо еще одно качество – искреннее сострадание и желание помочь. Стать таким врачом может далеко не каждый выпускник медицинского вуза. О человеке, который не мыслит себя вне работы и по-настоящему любит свою профессию, сюжет Луизы Раджабовой. Запах медикаментов, яркий свет и вид операционной, от которого у многих волосы дыбом. Но только не у врачей отделения сочетанной патологии второй городской больницы. Здесь точно знают, как помочь экстренно поступившим больным. 5 операций в день для местных хирургов – норма. И все они проходят удачно. Большая часть сложных вмешательств – это дело рук молодого специалиста Магомед Салама Тимир Балатова. Каждое утро он начинает с обхода пациентов. Доброе утро. Ну, как дела все? Все как самочувствие? Нормально. Отлично. Аппетит как? Ну так, нормально. Магомед Салам Булатович сделал операцию. И вот уже такой день. Второй день, чувствую себя отлично. Хожу, пока соблюдаю диету. Немного воды, а так все хорошо. Огромное спасибо, конечно, хирургу. Благодаря современным технологиям 80% всех хирургических манипуляций в отделении сочетанной патологии проводится лапароскопическим методом. Где-то 1100 операций было выполнено на хирургическом отделении, где базируется 30 хирургических коек. Это достаточно высокий объем оперативных вмешательств. Вот он, Магомед Салам Джамбулатович, я не побоюсь этого слова, он молодой, перспективный хирург, специалист, ну, и в плане практическом здравоохранении, и в плане в научном, он является какой-то степени украшением сегодня для нашего лечебного учреждения. Очень много пациентов к нему идут адресно, выполняют все виды хирургических вмешательств и выполняют очень хорошо и блестяще. Операция проводится через маленькое, около 15 миллиметров, отверстие с помощью специальных инструментов. А точно до мелочей видеть происходящее во время процедуры хирургу позволяет лапароскоп, который оснащен видеосистемой. Безопасная данная методика становится исключительно в руках профессионалов. В принципе, все оперативные вмешательства у нас вплоть даже до кишечной непроходимости, гемиколэктомии, мы стараемся это выполнять лапароскопически. Условия у нас очень даже достаточно комфортабельные, оборудование достаточно хорошее. И вот раньше лапароскопических операций, вот за последние 4-5 лет доля оперативных вмешательств лапароскопических в нашей больнице увеличилась. И в среднем где-то 85% оперативных вмешательств они выполняются у нас лапароскопически. Это вот благодаря современной технологии, оборудованию, которое у нас есть в больнице, нам позволяет выполнять эти операции лапароскопически. Про такого говорят хирург от Бога. Еще в детстве он точно знал, что станет врачом. Как и любой другой мастер, своего дела он отдает профессии почти все свои силы и время. Для него это не работа, а часть жизни. Поэтому выезжать никуда не стремится. В планах только родной Дагестан. Все устраивает, все достаточно. Те же оперативные вмешательства они выполняют. Можем здесь выполнить. Для чего? Лучше развивать свой регион, свою больницу, свой край. Потому что я на самом деле патриот своей республики. Луиза Раджабова, Гаджи Магомедов, новости ННТ, Махачкала.